После того, как брод мы проехали, если бы у меня стоял заводской воздухозаборник, я бы словил гидроудар, потому что воды было примерно вот так вот мокрое. Потому что сейчас снимаю, ну, спустя некоторое время было воды столько. Вот, в таком сборе. Потом я с брода выехал, вот эту трубу я отсоединил. И вот таким образом я сейчас езжу, ребята. Просто вот 50-я труба кверху поднятая и еду. Вот с другой стороны снимаю, как это выглядит. Вот так вот. Все, я думаю, видно, все понятно. То есть вот эту гофру отсоединил, и она у меня вот здесь так и висит. В случае, когда надо брод проехать какой-то, просто-напросто соединяю, и брод можно проезжать спокойно. По поводу сантехшноркеля, ребята, кто делал, по моему совету и по моему видео, убирайте. Вот эта вот труба, гофра, которая идет, переходник, ей не хватает воздуха. По городу оно не чувствуется. Поехали мы в Башкирию по трассе 100-110 и педаль в пол, и она не едет. Дальше будет видео про расход бензина. Мы проехали 440 километров с кондиционером. По речке катались, по галике катались. В среднем получилось 10 литров. Вот это я обо всем этом дальше расскажу. Так что убирайте гофру обязательно. Или делайте жесткую с 50-й трубой. Но я думаю, вот такой вариант с уголком. Отсоединил, присоединил, будет нормально. Так что смотрите дальше. В комментариях многие спрашивали про фильтр. Давайте я вам разберу. Тут все очень просто. Смотрите, это вот заводская резинка. Сейчас я вытряхну ее. Я просто сделал. Взял пластик. Он вот так вот вставляется. Вырезал, как мне интересно, две. Внутри стоит у меня сетка со стекловолокна. Ну, это штукатурная сетка. Вот, внутри положил, приклеил, и она держится. То есть снег, например, там, или что-то крупное. А сверху самый путевый фильтр, который есть. Я тут как в Башкирию съездил, еще не вытряхал. Ребята, просто женские колготки. Поплотнее берите. Вот, смотрите, они тянутся. Вот таким образом. Сейчас я... Вот, смотрите. Вот, женские колготки. Два слоя. Да, пыль они пропускают. Вон, смотрите, сколько пыли. Естественно, пыль они будут пропускать. Но не так. Если бы, во-первых, машина с кондиционером стоит, и было бы обидно, если бы крупной стружкой забилось. Все-таки вот эти колготки, крупный мусор они не пропускают. Ну а пыль, как говорится, пыль. Ну и все, одной рукой неудобно. Натянул колготки, под резинку вставил, и все. Кому понравилось, обязательно поставьте. И самое главное, пишите в комментариях, кто чем пользуется. Я еще пробовал ставить фильтр, не помню, от Гольфа что ли. Он как бы сюда вставляется. Вот есть паз. Сейчас увеличу. Смотрите. То есть вот есть определенный здесь паз. Вот. Но пока я не находил фильтр, чтобы подходил 100%. От Гольфа точно не помню от чего. Он ставится и расстояние остается. И нужно что-то подкладывать. Вот, сейчас увеличу. Смотрите, там вот уже радиатор. Фильтр, то есть радиатор стоит, видите, пыльный. Но лучше пусть он будет в пыли, чем забитый мусором. Вот это как-то так выглядит. Колготки можно и в 3, и в 4 слоя сделать. Наверное, я так и поступлю. Напишите, пожалуйста, кто чем пользуется. Может, у кого-то есть вариант универсальный, прям ставится 100%. Я буду только рад, сделаю по вашим рекомендациям обязательно.
Все, ребята, пишите обязательно. Про резину Матадор. Знаете, резина отличная, ребята. По трассе 440 километров проехали. Очень держит дорогу классно. Очень мягкая резина. Всякие неровности проходят на ура. Так что я своим выбором очень и очень доволен. Хороший протектор. Недавно катались по грязи. Кидает грязь, конечно, конкретно, ребята. Потому что протектор здесь, вот смотрите, увеличиваю. Протектор здесь добротненький. Вот. Ну, пока ее не стравливал, но мне пока понравилось. Не кидает, дорогу держит хорошо. Как говорится, все отлично. Матадор. Из Арда АТ-2. Вот так вот, ребята. Я своим выбором очень и очень доволен. Итак, ребята, приобрел новую камеру Panasonic 770. Кому интересно, посмотрите. Смотрите, поставил закат. Ну и плавное приближение. Сейчас закат. Ну, самому интересно, пока опыты всякие провожу. Ну а так вроде неплохенько. Зум простой. Вот, сейчас буду удалять. Ну, как-то вот так. Небольшой обзорчик дачного участка. Как-то я вам делал. Можете по ссылочке посмотреть вверху. Вот, супруга занимается. Цветы выращивает, ухаживает. Очень много труда, конечно, нужно для этого всего и времени. Вот, поэтому покажу вам. Немножечко, конечно, не в тему, не про машину, но все равно красивое, но когда всегда красиво, правильно? Вот. Так что так. Ладно, смотрите дальше. Едем в пробке. Короче, по поводу сантех-шноркеля, где у меня гофра стояла, ребята, надо убирать. По трассе в сторону Башкирии, когда ехали, 100-110 идет, газ в пол давлю, она не едет. Или кто такой, думал, прошивка или еще какие-то проблемы. Остановился, гофру отсоединил, то есть уголок 50 оставил, гофру отсоединил. Все, машина стала идти. Сами видите, и 120, 130, 140 идет легко. Идем тремя машинами, впереди Kia, я и Duster сзади. В принципе, на рациях без каких-либо проблем.
По рациям, конечно, ездить очень удобно, друг другу помогаем. На машине, именно на длинной, и именно на резине Матадор из Арда, который резина вот такая, не шумит, едет вообще отлично, просто песня. Машина мягкая, ну, за счет, возможно, и резины, что она мягкая. Идет очень плавно, вот, при 140 никакого дискомфорта нету, то есть вообще без проблем. Так что, кто поставил сантехшноркель с гофрой, убираем. Или делаем жесткую 50-ю трубу, или увеличиваем трубу. Вот так вот, ребята. Друзья, приехали домой, проехали 440 километров, сейчас заправляюсь и посмотрим расход. Мы 130-140 по трассе ехали, и с кондиционером я ехал, так что расход сейчас будет нам виден и на резине Матадор из Арда. Итак, ребята, у нас расход получился 10 литров на 100 километров. По поездке 2 дня скатались в Башкирию. Общий пробег 440 километров. С машины ведет себя нормально. По трассе в потоке до 120-130. В принципе, мы шли в три машины. Вот я то в середине, то замыкающий шел. На Kia Sportage в переднем приводе. Автомобиль на автомате шел впереди. В принципе, все нормально с автомобилем. Про дифференциал повышенного трения самоблоки, которые стоят впереди и сзади, они не чувствуются по трассе, как будто их и нету. То есть они срабатывают только тогда, когда заезжаешь в грязь или куда-то там начинают как-то они там блокироваться. Про сходу сказал, 10 литров. По резине Матадор из Арда АТ-2. Резина отличная. Покатались и по воде покатались, и по камушкам покатались. Изумительно. В машине места много, именно в пятидверной, и сын сзади отдыхает, и полный багажник вещей. Какой-то вибрации нету. Сидеть, в принципе, я как бы не устал. Что еще вам сказать? Ну, в принципе, наверное, все. По поводу забора воздуха, повторюсь, туда мы ехали. Еду 110, газ в пол жму, она мне не едет. Думали разные причины. Потом гофру я отсоединил от 50-го уголка, где я делал сантех, шноркель называется. Трубу убрал, осталось 50-й уголок. Все, машина поехала. Едет автомобиль нормально. Больше 130, в принципе, на ней можно ехать, но, я думаю, не нужно. На этой машине можно ездить в дальние поездки. Это с учетом 10 расход у меня, то, что стоит 2 у меня блока, самоблока. Если на стандартной Ниве без самоблоков на пятидверной, в принципе, нормально. Можно съездить куда-то там с семьей за 200, за 300, за 400 километров. Все будет нормально. Ехали с кондиционером. Еще самое главное, кондиционер охлаждает, все нормально. Все, ребята, вам спасибо, что были с нами. Мы поехали домой отдыхать. Вам всем пока. Подписка и лайк приветствуются. Так что, если есть желание или тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись.